Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, сегодня хочу выставить на продажу и заодно проверить интересный телефончик Samsung D900. Вот в таком красивом цвете, в черном. Состояние класснючее. Лифт работает отлично. Смотрите состояние. Камера сегодня опять тупит, так что прошу прощения. У меня есть в наличии D900. И есть уже хромированный вот такой модель. Это D900i. Вот смотрите, вы спрашивали, чем они отличаются. Значит, смотрите, на D900i он идет весь уже в хроме. И цвет корпуса имеет серый. Смотрите, какая красава. А это D900 без индекса i. Тоже в очень хорошем состоянии. Два эти телефона выставляются на продажу. Но сегодня не об этом, а об этом телефоне. Давайте его включать и проверять. Телефон от компании O2 в очень хорошем состоянии. Белоснежная подсветка присутствует, полноразмерная. Русского языка нету. Телефон европеец, полностью на европейской прошивке. Пожалуйста, Samsung SGHD900. Поддержка всех сетей GSM 900, 1800, 1900, 200. Громкий звук, ничего, никаких дефектов нету. Краска не слезла, смотрите. Кнопка включения, microSD зарядка. Вот microSD порт, вот порт наушники, зарядка. Сзади у нас 3-мегапиксельная камера, зеркальце камера. Так, ну и погнали по менюшечке. Значит, первое, давайте, наверное, сделаем, настроим дату и время. Вот, дата и время. Так, время у нас сейчас 20 часов 01 минута. Так, опять начали приходить сообщения с настройками. Дата у нас сегодня 15.08.2020. Сейф. Записали. Отлично. Теперь phone setting. По настроечкам. Смотрите, что я вам и говорил, ребята. Немецкий, английский, итальянский, французский. Вот такие вот прошивки. Прошить не могу, так как не имею бокса. Ну, стремлюсь к этому, чтобы его купить. Но пока не получается. Далее. Следующее. Display setting. Есть у нас обои. Давайте посмотрим. Очень сочный, яркий дисплей. Мне очень нравится эта моделька. Очень удобно. В свое время она очень дорого стоила. А сейчас она стоит сущие копейки. Очень удобно. Смотрите, мы с вами пролистали все обои. А теперь можем просто посмотреть 12 обоев на одном рабочем столе и выбрать, какие мы хотим. Также есть My Photos. MPT, download, которые были загружены картинки, и фаворит, который вы обозначили как фаворит. Далее, main menu. Можно сделать блоком, можно сделать строчку. Блоком, это вот как блоками они сделаны, и можно просто в строку. Далее, text display. Цвет белый. Skyn. Я не знаю, если честно, что такое Skyn. Дальше. Sound setting. Так, it coming, входящие звонки, только мелодия, только вибрация, мелодия и вибрация, вибрация, потом мелодия, или только мелодия, оставляем только мелодия. Выбираем мелодию. Thank you.
Я смотрю, очень много мелодий на данном телефоне. Это прикольная мелодия. Вот ее и выберем для звонков. Здесь у нас выбирается мелодия. Громкость какая будет играть. Пусть на четверочке, отлично, оптималка. И записываем. Все. Супер-пупер. Далее регулируем звук клавиши. Выбираем keyboard tone. Какой будет при сообщениях. Очень много, не буду заострять. Далее. Теперь light setting. 15 секунд светится у нас дисплей. 5. Далее. Network. Так, call, звонки. Предупреждение. Voicemail. Почта. Далее. Security. Здесь у нас пин карточки, сим-блок, заблокировать телефон. Все делается в этом меню. Memory status и reset setting я уже делал в начале. Полностью сброс на заводские настройки. Код для этих телефонов 480. Далее у нас есть фото, можно сфотографировать. Выбираете объект, линза в идеальном состоянии. И вот получается класснючее фото. Пожалуйста, его можно дослать в смс сразу. То есть в ммс. Без проблем. Далее. Чтобы сделать видео, мы вот сделаем вот так. И... А что оно переместилось? Так, как-то видео не пойму. Раз, два, три, четыре, пять. Продолжаем снимать. Раз, два, три, четыре, пять. Так, я видео ни разу не записывал, поэтому слушаем, смотрим. Еще раз. Так, есть. Recording видео, take photo, go to my photo, это зайти в альбом, go to my video. Все, заходите прямо с папки. Далее, планерка. У нас есть будильники. Раз, два, три, четыре. На 4 дня можно установить. У нас есть календарь. На каждый день можно поставить свои заметки, дела, голосовые метки какие-то. Мемо, память. Вот у нас записана какая-то дата, 18.06.2008. Заходим в нее. Не знаю, что это. Options, мы ее просто удалим. Delete all. Delete. Yes. Потому что нам не надо чужие записи, мы их просто очистили. Мировое время есть. Есть у нас калькулятор очень удобный. 2 умножить на 8. Равно 16, ребят, все отлично. Есть у нас конвертер, и сразу выпадает список. Длины, меры громкости, температуры. Отлично. Есть таймер, есть секундомер. Далее, в данном телефоне есть у нас выход в интернет. Далее, прием, отправка сообщений. Есть вот инбокс.
предложение, от которого невозможно отказаться. Получите 13 бонусов. Да, завтра с утра я иду получать бонусы. Так, далее. Так, что у нас? Images, my photos. Вот у нас картинка, что мы фоткали. Которые скачаны, у нас нету ничего. Фаворита тоже нету. Далее. Видео, мое видео, то, что мы снимали. Даунлода 9. Фаворита 9. Далее, Music Templates. Я не знаю, что такое. Delete All Settings. А я зашел, ребята, куда? Сообщение. Выскочил Music. Вот, можно посмотреть музыку. Ее тоже нету. Так, далее, Sound. My Voice Clip. Это то, что я записывал. Может, тут еще немец записывался? А ну. Ой-ой-ой. Наверное, с Бадунапи записывался. Ой-ой-ой. И? Короче. Оставлю вам одного немца. Это удалю, а то оставлю. Захотите, удалите, захотите, послушайте, поприкалывайтесь. Other files, memory status. Ну вот, memory status. Вот у нас 660 722 килобайта. Далее. Application, music player есть. Voice recorder есть. Голос, запись голоса. Редактор картинок. Есть у нас Bluetooth. Есть у нас Java-приложение, инфоторазваги. Смотрите, если вы вставите симку с русскими надписями, я имею в виду телефонные книги, или вдруг надо прочитать письмо на украинском или русском языке, то спокойно он это сделает даже без перепрошивки. Есть у нас, ребята, телефонная книга, и есть у нас call, это вот контакты, книга контактов, насколько я понимаю. А нет, call log, куда мы звонили, кто нам звонил. Так, ну вот как-то так. Громкость у меня сейчас самая большая, я набрал. Ой, а клавиши как красиво пишут. Смотрите, ребята, тут стоит вот такой вот текст. Гляньте, как прикольно смотрится. Ну не прикол ли? Samsung умел тогда удивлять, если честно. Поэтому за это я и люблю Samsung. Ну что, ребят, все, вроде вам позвонил. Или не звонил. Ну, давайте позвоним. Потому что я уже... Надо сразу, наверное, проверять. Спасибо, что позвонили в Киевстар. В данном меню нет возможности соединиться с оператором. Акции, бонусы и скидки только для вас. Нажмите 1. Перейти дальше. Нажмите 2. Замена тарифа. Нажмите 1. Нравится цветной шрифт. Ну что, все работает. Так что вот такой телефон сегодня был у меня на обзоре. Это Samsung D900. Он сразу выставляется на продажу. И сразу выставляется на продажу телефончик, на котором я заменил модуль, но он в рабочем полностью состоянии. Это Samsung D900i. Вот такие два интересных телефона у нас сегодня выставляются на продажу. Так что, кто захотел купить, пальчики вверх, вперед, покупаем. Отправка в любой город после полной оплаты. Всем пока, всегда ваш мистер Good Mobile. Ждем новых обзоров.